It's really a very great country. And I think it's the best country in the world. В нашей стране то, что у нас есть и море, и горы. Это люди, русские, культура. У нас богатая культура. И в целом Россия — это прекрасное место. So we all have our own perception about Russia. Some people think about abominations the moment you mention Russia. Some also think about racism. Some also think about cold weather. But have you also thought of how Russians describe themselves? In this video, I'm going to ask random people on the streets, because I live in Russia, to describe their country or tell me what they think about their country. I believe this video is going to be very interesting, so do stick around and don't forget to subscribe. My name is Sima Billions. I'll see you. Tell me, please, what do you like about Russia? Russia is really a very great country, very strong. The country that has their own mind, their own roads, and sometimes with roads don't other country don't like the road of Russia, and which is why we have some situation with this. But in Russia, people more open, not only business. The main difference between Europe or American country and Russian country, the main is open and relation between people, but not business the main. Okay. I'm agree. Okay, all right, thank you so much. Здравствуйте. Как дела? Нормально. Да, скажи мне, что вам нравится в России? Как я уже говорила, газ. Ладно, шучу. Ну, мне нравится культура. Так, то, что у нас богатая культура в плане музыки, каких-то произведений литературных. Вот. Еще, ну, мне нравится, в принципе, характер людей, менталитет в каком-то смысле. То есть, что это люди открытые, они всегда говорят, как есть. Вот. Но у меня не было опыта сравнить с другими странами. Вот. Так что, наверное, то, что у нас есть относительно дешевые вода, электричество. Хорошо. Привет. Скажи мне, пожалуйста, что вам нравится в России? Все, кроме погоды. Особенно в Москве. Как возможно все? Я очень люблю свою страну, людей, которые здесь живут, нашу историю, природу. И в целом Россия — это прекрасное место. Хорошо, спасибо. Hello. Are you Russian? Yes, I'm Russian. Okay, perfect. Tell me about your country. What do you like about your country? About my country? Yeah. I like... Лучше на русском скажу, вот my English teacher will kill me. Да. Мне нравится в нашей стране то, что у нас есть и море, и горы, в общем, самый разнообразный климат, самая большая в мире страна, и то, что у нас, не знаю даже, хорошо оценивается наш труд. Да, да, да. Ну, еще культура наша. Ну, у нас памятник архитектуры. Вы когда-нибудь были в Санкт-Петербурге? Побывайте в Санкт-Петербурге, потому что это прекрасно, особенно Петергоф. Да, и не только в Москве, а еще город Владивосток. Там очень здорово, и пейзажи просто фантастические. Приезжайте, там море, море очень круто. Но я был там, спасибо. Да, во Владивостоке? Да. Здорово. Да. Привет. Привет. А как вас дела? Хорошо. Отлично. Нормально. Я думал, вы русская, да? Да. Да. О, хорошо. Скажи мне, что вам нравится об России? Нравится погода, архитектура. Нравятся люди русские, культура, архитектура. И что еще? Традиции. Он получит экзамен. Праздники нравятся русские. Да, русские праздники — бомба. Какой праздник? Все. Да, Новый год, как, Пасха. Новый год и что? Пасха. Пасха. Паста? Пасха. Нет, не паста. Пасха. Пасха. Я не знал Пасха. Это священный праздник, да, церковный. Нашей культуры. А какой праздник тебе нравится? 8 марта.
8 марта. Женский день. Ой, ау, хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо большое. Russia have the beautiful nature. We have a lot of kind and smart people, and we do a lot of discovery in different spheres like physics, biologics, electronics, and other. And I think it's the best country in the world. Привет. Hello. Hey. Привет. Скажи мне, что тебе нравится об России? Я люблю Россию. I love Russia. I love my country. I was born here, and I love people here. They're kind. They're beautiful and so sweetheart and kind soul. Yeah. А ты? Тоже что? Да. Что тебе нравится? Да. Березы. Я родилась в Сибири. Я видела снег. Я видела замороженные окна. Я мороженое. Видела медведя. Мороженое. Frozen windows. А окно. Окно. Yeah, exactly. Okay. Okay. Ah, okay. All right. Okay. That's nice. It's a beautiful view. She means, yeah. Окей, okay. All right, that's cool, thank you, спасибо большое. Да. Здравствуйте. О, хорошо. Скажи мне, что тебе нравится об России? Мне нравится ее история. Она очень богатая, и еще нравится в том, что эта страна, можно сказать, самая большая в мире. По сути, даже во время Российской империи она была довольно большой, как и во время Советского Союза. Ну, в основном меня привлекает именно история самой страны. Что? Я сказал спасибо большое! Как отвечать? Это не вопрос. Но это хорошо, если вы тоже повтори. Сказать спасибо большое? Да, если я скажу спасибо большое. Мы скажем, пожалуйста. Да. Now, if you do enjoy this video, please don't forget to hit the notification bell and also hit the subscription bell and probably leave a comment if you have any comment, and I'll see you soon.